Так готовились ученики второй школы к ответственной поездке в солнечную страну. Презентация русской культуры, танцы и стихи. Индийцы, в свою очередь, подготовили для русской делегации обширную культурную и экскурсионную программы. До жемчужины мусульманского искусства ивантеевцы добирались 5 часов в одну сторону. Тадж-Махал. Как мы посетили это место, просто я с раннего детства мечтала посетить именно Тадж-Махал. Вот. И моя мечта в Индии сбылась, можно так сказать. Он очень большой. И самое удивительное то, что правитель построил для своей любимой жены. Ну, то есть история любви очень необычная у них была. В Индии 12 учеников с 3 по 10 класс целую неделю жили в семьях. Однако не в тех, чьих детей принимали у себя, а в городе Гургаон, откуда индийцы приезжали в 7-ю школу. Семьи редко видели своих гостей, однако успели сводить их в батутные и торговые центры. Нас встретилась индийская семья хорошо, нас сразу чипсами, колой накормили, напоили. Хлеб с джемом дали. Странной еды не было, я все ем. Ивантеевцы посетили школьные уроки, где обучение ведется на английском, а также поучаствовали в 2 спортивных матчах. В футболе выиграли, а в баскетболе уступили принимающей стороне. Вернулись путешественники положительно заряженными и с желанием вернуться в эту удивительную страну еще раз.